Всем привет, с вами Виктор. И мы продолжаем играть в игру Call of Duty Modern Warfare Remastered. Итак, в прошлой серии мы провалили попытку захватить сына Имрана Захаева. Сейчас мы начинаем акт 3. Задача у нас... Захаев угрожает миру ядерным оружием, но перед тем, как освободить центр управления пуском, нам нужно найти и эвакуировать штаб сержанта Гриппса. Ага. Где-то в России это... Где-то на Урале высадились, да? А, нет, где-то Енисей. Это в Сибирь где-то. Красноярск, Алтай, Хакасия, где-то здесь, да? Нормуль? Я все еще спрашиваю, как америкосы эти, британцы, кто там еще, херанцы, как они могут все пролететь через такое количество километров вглубь сюда? Вот как они сумели это сделать, а? Почему их не сбили еще на подлете вот в самом начале? Что там у них за стелс машина такая, вертолет, самолет? Что они так незамеченными летают? Ладно, я еще понимаю, на границе высадили. Ну, вот здесь вот. Это же самое, что не есть, далеко-далеко. Ладно, окей, полетели, короче, ультиматум. Сценарием эта игра не блещет, но стрелялка нормуль. Наши так называемые лидеры продали нас Западу. Уничтожили нашу культуру, экономику, нашу честь. На нашей земле пролилась кровь. Моя кровь на их руках. Они оккупанты. Все иностранные войска немедленно покинут территорию России. Или же пусть готовятся к последствиям. Все очень просто. Мы сейчас захватим центр управления пуском. Либо завтра мы этот мир не узнаем. Получено разрешение на вброс. Группа Си пошла. Я все еще задаю вопрос, как конкретно наши персонажи смогли пролететь столько километров и быть не сбитыми. Да блин, это ядерная шахта там уж что там. Ядерная. Эти самые ракеты, они до пипец как должны прошать. Здорово. Где Грикс? Не знаю, сэр. Сержант Грикс активировал твой приемотечек. Он в полукилометре от вашей позиции. А, еще этого и нас искать, да? Поехали. Ну? Вы так мне и не сказали. Как вы сумели пролететь столько количества километров, а? И быть незамеченными. О, заметили. Машинками. Машинками заметили. А ПВО, там, самолетами, там, спутниками. Это ничего, это вы просто. Так, дай-ка я пройду, сейчас посмотрю. Может, что-нибудь интересное дадут. Не, ничего, пусто. Нормально, вы их расстреливаете. Да все, успокойтесь. Все чисто. Крикса должно быть держит в одном из этих зданий. В этом подвале есть проход.
Ага. На военном объекте тут. На военном объекте так просто перемещаемся. Просто так взяли, десантировались в такую точку. Все нормально. Так, на кухне никого. В комнате все чисто. На этаже чисто, поднимаемся на второй. Ну, хорошо. Что я не стал не сразу стрелять. Ну, чё, где это ты? Вас понял, все вниз. Вас понял. А двери проверить не судьба, что ли, а? Люди. Спецназы. Банально двери пройти проверить нельзя, что ли? Ой, нормально, нормуль, нормуль, плохо, плохо получилось. Продвигаемся к следующему зданию. Всем тихо. Окей, окей, тихо так, тихо. Шоу, разведай обстановку. А где красная точка тут была? А, вот он. За деревом. Солнце встает. Время на исходе. Ну так давайте быстрее работать. Давайте быстрее, пока из того здания не вылезли. Еще бегаем в традиционных русских домах. В традиционном таком виде. Мы даже чисто поднимаемся выше. Вот каждый день такие дома вижу. А, бубунят что-то. Кажется, мы на месте. Ну, откройте кто-нибудь. Здорово. О, АКС. Не, боеприпасов мало. Наконец-то, черт возьми. Я уж думал, вы меня тут бросили. Да не бросим, не бросим тебе, успокойся. Но ты же зажал всю взрывчатку. Ты вся еще да, жив. Готов идти. Все, пошли. Уничтожить опору линии электропередач, да? Окей, электроэнергию вырубаем. Понял. Чтобы вторая группа еще прошла, да? У нас же две группы были. Две группы высадились и... Ой. А они этого как бы не заметят, да? Почему им самим нельзя установить взрывчатку на заборе и бомбануть ее? Они же сразу поймут, что это наше друг дело.
установлена. Всем отойти. Я говорю вам, они сразу поймут. И им лучше самим лучше взять и установить взрывчатку. Или они там по стелсу пройдут. А, я понял, извините. Сразу не понял. Мы бомбанули. Электричества тут нету. И там они по стелсу проходят. Все, они точно они сразу поняли, что... Мы здесь уже. Хорошо, мы прошли. В6 будем ждать вас в пункте сбора. Конец связи. Вас понял, вторая группа. Выдвигайся. Все, пошли быстро. Открывай ворота. Открывай. Кто открывать? Я? Ну, какая-то ленточка. Это что у тебя там такое? Кислота, что ли, да? Да, какая-то кислота. Нормальная такая кислота. Вперед! Так, объединиться теперь нужно. Приляк. Да, они уже вон уже присылают подкрепление. Два вертолета выслали. О, дырочка прям для нас. Оружие прям для нас. Так, я себе калаш оставляю. Вот так будет, да? О, пулемет еще американского производства. Драйбовик американского производства. Ничего нашего нету. Все, начинаем разбирать. У нас потери. Так, на крышу, да? Не, на крышу не додумались. Оборону поставить. Высунись, человек. Так, где крыша? Не вижу я тут никого. Их тут нет, твоих гранатометчиков. Ой. Ой, гранатку тут покидали. Закинь ты. Закидали тут гранатами этими. Просто взяли, закидали. Это нечестно, когда вы так гранатами кидаетесь. Просто берете, кидаетесь. Толку нету, но кидаетесь. Так, пусть вниз. Следующий, где, пожалуйста, отдайте мне следующего. Пошли, короче. Перезаряди. Ой, больно, извините. Ой. Ну что, всех перебили уже? А, вот они, да, они все вылезли-то.
Вижу, вижу, вижу. Тихо, чего там? Откуда стреляют? Где-то здесь. Ай, союзники, союзники. Банального не могли, не можете сделать. Самое, что не есть банальное, просто не можете. Я все один должен делать, да? Так, у меня все вроде. Ну и где ваши гранатометчики? О, снайпер какой хороший, а? Тихо. Здесь пока никого не вижу. А, сюда побежал. Ой, я думал, он там лежит. Я думал, она здесь не лежала никогда. Я думал, она за стеной где-то. Как я убедили меня, а? Контакт, контакт. Какой контакт? Я никого не вижу. Все, никого больше нету. Ой, больно. Ну, где они там, гранатометчики? Наид. Я не туда смотрел. Ну, вылезайте. Вылезай. Так, теперь ты. Ах, как в тире. С мышкой. О, всех убили, получается. О, блин, тут очень много, кстати. Свой. Ох, ни хрена, что-то там было, взорвалось-то. Сейчас перебьем. А? Сразу там четверо вроде убили.
Так, защищай, защищай меня. Да, каре там, кто там кидает такими гранатами? Да, отвяньте вы от меня. Свой был, свой. Здравствуйте. Здравствуй, здравствуй. Ну, где вы там? Да твой ты! Че такое косой-то, а? Кто? У вас бессмертный, какие там потери у вас? Я вижу, вижу. Тот чуты. Гранату кинули туда. Со своими гранатами. Я устал гранату. Успокойтесь уже. С гранатами своими. Я от гранат больше погибаю, чем от вас. Влезайте, чё там? Так, молодцы. Там снайпер называется. Давайте их проверим. Вот снайпер был уже. Это, оказывается, пробивается. А, какие снайперы хорошие. Противогаз сними. Противогаз вам обзор и все остальное снимает. И дышат сложнее. Так, не, давайте наденем его. Блин, вот этих четверых я убиваю, окей. Четверых этих. Они нормально убиваются, окей. Нормально. Все время там не бегал, теперь пробежал. Следующий. Гранатометчики, говорите, а? Я как бы не знаю. Ну, а где еще один? Железяки эти пробиваются нормально. Если вы не знали. А, вертолет, от них толку ноль. Один, два, три, четыре, пять. Еще вон сколько народу прибежит. Да отвяньте со своими гранатами, отвянь.
Ну, блин, как вы, я, как я вас ненавижу со своими гранатами, а? А сразу эти бочки взорвать, чтобы не мешали мне. А, через железяки еще можно пробивать, да? Драгунов нормально стреляет. Сейчас разберемся, не беспокойтесь. Первый готов. Не готов еще. Вот, готов уже. Снайпер. Да умри там. Все время с одного выстрела тебе убрались. Всем быть на чеку. Приближаются вертолеты. Сейчас разберемся. Не, чтобы там за углом где-нибудь и высадиться. Так, спрятались. Да блин, прятаться далеко. А чего эти двое союзников там стоят-то, а? Ау, чё там спрятались-то вы? А, еще двое. Их не поможет, не помешает, как бы. Мне помощь нужна их не. Чё они спрятались-то, а? Очень вовремя. Добрый ты. Не в настроении там отстреливать ей. Это что еще было? О, про бочки я еще забыл. Хорошо, что они взорвались и... Ау, я тут вообще-то стою. Инвалид. О, еще гранаты. Отвиньте со своими гранатами. Да что закидали-то с гранатами своими, а? Вы нечестно играете, гранаты это плохо, это читерство, это нехорошо, это плохо. Достали уже гранатами своими. Я только делал, что от гранат бегаю. Так, откидывай. Все время тут тут никого не было, сейчас появилось. Вот что за херня, а? Ты мою тактику сломал, гаденыши. Уродыши. Взял мою тактику сломал. Все время там в это время никого не было, сейчас появилось.
Да взорвись ты там, а. На, гранатометы. Это свой, что ли, был, да? Я особо не знал. О, начинается. Все, держим, держим позиции. Да отвяньте, мне тут бежать уже некуда. Да. Я погиб только из-за гранаты. Ладно, по-другому сработаем. Я устал уже от этого экшена. Они хотят, чтобы я это... Хотел кинуть. Гаденыш какой. Отвали. Ну, пускай поле вылезают там. Ай, долго держал. Все, я убегаю. Я убегаю далеко. Так, не взорвется. Как хорошо, хорошая снайперская винтовка, а? И гранаты они свои сюда докинуть не могут. Почти долетают. Чё, всё, да? Выдохлись и... Устали? Где-то там еще одно оружие есть. На, противогаз тебе. Чисто. А кто гранату кинул? Или сохранение, это уже все, уже это гарантия. Ладно, окей, пойдемте. Так, мне туда можно сходить, посмотреть? Вдруг ноутбук найдем. Не, здесь его вроде нету. Кто? Ай, перезаряди. А? Не сумел ты десант высадить. Плохой из тебя десантник. Ой, какой плохой. Ой, что это было?
Прощайте. Кого вы стреляете? Ау. А, вот она. Все? И вы или стрелять не умеете, или что-то чего-то, я не понимаю. Да? Так, люди, куда дальше-то? В гараж, да, какой-то? Понял. Сейчас будут хедшоты. Раз хедшот. Два хедшот. Да нету их уже, вот и про эту крышу. О, блин, куда бежать-то? Со всех трех сторон откинули. Вообще уже разыграли. Гранатами своими. Тут еще бочка лежит, да? Стояла. Бочка еще. Окей, попробуем с этого. Это сразу бомбанули. Чтобы не мешало нам. Отвянь! Не видишь, я тут стреляю. А, вот еще один. Ну, она себе оставь там. Так, тихо. Пока отдыхаем. Блин, сзади гранатка была. Была сзади. Блин, немного косой, немного, да? Бочка. Только не взорви. Нормуль. Тут еще один был. Блин, в темноте ни хрена не вижу. Куда стреляется? Три грузовика-то много. О, блин, быстрее там подкрепление какое-нибудь. А как много я сейчас настрелял. О, блин. Отвяньте вы со своими гранатами. Взяли, закидали просто.
Отвень. Так, отстой, я не выстрелю. Так, а с заглушителем, что ли, да? Ну, почти. Так, минус. Ой, тихо-тихо, отошли, тихо. Чё, не нравится, да, гранаты? Когда вас их кидают. Так, вы вроде все. Вы говорили три грузовика, а где второй, третий точнее? Один грузовик я полностью сам вычистил. Во. Многие уже улетели. Вот второй грузовик, а где третий? Вы говорили три грузовика, а где третий? Все, пошли. Вот, тревога поднялась. Тревога идет, да? Да ладно, а если постреляю сейчас, будет весело, чуть-чуть. Рады вас видеть, парни. Мы прикроем вас, как только пересечете Это еще что такое, черт возьми? В смысле? Охуе. Охуе. Бежим лучше бежим. Ох, япона, мать. Начинается веселье, да? Да, у нас там жопень получается, да? Не, я вот за вот этот данный момент, это я двумя руками за. Я полностью это поддерживаю. Эту самую атомную атаку. Ну а чё, в чём Захаев не прав, а? Взяли Советский Союз, разрушили расы. Войска на бывших советских территориях разместили. Например, сейчас американское оружие в Грузии и Азербайджан. Раса. Прибалтика. Иностранные войска 2. Украина уже иностранные наемники 3. В Молдове еще что-то там. А на нас говорят, что нам нельзя вот свои войска передвигать. По нашей же территории. Это как-то неправильно. Так что Захаев полностью прав и... Ну... Он, скорее всего, поговорил там с большими людьми, и те уже одобрили, что нехрен тут америкосов терпеть, пора их там наказывать. Ладно, окей, давайте вот на этом и закончим. Следующая серия пойдет уже очень сложной. Мы будем захватывать непосредственно... непосредственно сами... систему... непосредственно эту шахту ракетную. А сейчас давайте закончим. Все. Да, там много народу погибнет. Ну, в теории это все америкосы, и мне их не жалко. Так что давайте на этом и закончим. С вами был Виктор, всем пока.